Дистрибьюторская сеть по продаже маковых семян ликвидирована в Минске. Изъято больше 20 килограммов мака. Идейный вдохновитель всего проекта – 26-летний безработный минчанин. Он задержан. Наручники на его руках удалось защелкнуть благодаря силовой поддержке спецподразделения «Алмаз». По данным наркоконтроля, на территории Партизанского района молодой человек организовал сеть по продаже семян мака. Неочищенный продукт содержит опиаты, то есть наркотик. Известно, что деятельность была недолгой, хотя и принесла неплохой доход. Например, на момент задержания, уже во время обыска, было изъято 13 миллионов рублей и 370 долларов. Это прибыль лишь одного дня. Один килограмм мака у этого продавца стоил 850 тысяч рублей, хотя в качестве оплаты бизнесмен принимал не только деньги. Очередную дозу наркоманы покупали и за технику. Котировались видеорегистраторы, камеры, планшеты, автомагнитолы, антирадар, мобильные телефоны. Все это и было найдено в доме задержанного. Его действиям сейчас дают правовую оценку на то, какой она будет, повлияет и прошлое наркодилера, ранее судимого за кражи и изнасилование.